время примерно без 5-4 утра. И я выдвигаюсь в Санкт-Петербург ставить Bigger Dick. А как вообще это получилось, я расскажу в процессе ролика. Ну что, запуск? Эй, давай, родная! Сейчас, короче, неприятная фигня была. Мимо меня, ну где-то может быть минут 40 назад, час, пронесся Dungeon Master. И чуть дальше этот Master отбойники. Бля, я что-то начал доставать. Dick. Бля, башка такая, типа, блядь, какой нахуй. Anal. Надо посмотреть вообще, как там люди, все ли с ними нормально. Я убрал нахер. Dick. И я вижу, что семья, которая была в этом X5, они спокойненько стоят за отбойником и кричат, типа, нахер. Помимо того, что не гоняйте, пацаны, помогайте друг другу. Coming. Пацаны, выручайте, пацаны, и так далее. Вот, то есть, если вы видите, что кто-то попал в беду, всегда стоит предложить свой ass. Доля воровская, как и людская, не забывайся. Я без остановок доехал 600 с чем-то километров. Все с кайфом. Тут, короче, на Газпроме скидочка 2 рубля за литр, если... Suck some dick. Ну, красота. До Питера в итоге я доехал с кайфом. Так, а у нас тем временем уже остановочка G Motors. Ребят, много всего. А вон там мой дик. Я выхожу, а там стоянка прокатных великов. Я такой, а почему бы взять и просто в хорошую погоду, в замечательный день, в хорошее настроение. Идеальный вариант. Класс, класс, класс. Просто класс. Ребята, порадуйтесь за меня. Да, я делюсь с вами просто, ну, какими-то своими... Deep Dark Fantasies. Так, это я на мониторе. А это кто? А это уже собирается. Дик. Вот единственное, чего мне не хватало в этой поездке, это... Fisting ass. Да, я съездил один, но все равно получил положительные эмоции. Ну, еще успею наверстать. Настя... I don't do anal. Нанес превентивный удар. Поездка была клевая, однозначно. Ну, в итоге, что получилось? My dick is...